У поселку Востро у Гомельского района моцная летняя спякота оказала уплыв на урожай яблок. Однако, не глядя на это, многие жихары за один раз сдают заготовщикам облспожилсоюза до 240 килограммов. И людям заказываем, на какой день мы будем приезжать и забирать их яблоко. И потом по графику едем. Назначаем день, ездим через день мы. И люди уже знают, какое время, ну плюс-минус там полчаса, мы забираем яблоко. Прибывая машина с заготовщиками у поселок три раза на тыдень. У особных выпадках бывает частей. У залежности от наявности новой партии садовины. Килограмм яблоков, которые закупаются для промысловой перепроцовки, каштует от 5 до 7 копеек. Для реализации населенства упрос розничный гандаль от 35 до 60 копеек. После того, как яблоко заготовилось непосредственно население, часть отгружается на перерабатывающее предприятие, а часть реализуется через розничную торговую сеть. Как только яблоко появляется, скажем так, у населения, заготовители и торговые работники делают, скажем так, так называемый подворный обход, и через средства массовой информации, через торговое предприятие, приемозаготовительные пункты оповещают население о закупочных ценах, о требованиях, предъявляемых к качеству. Контроль за якостью завсёды на первом месте. Для этого действуют специальные лаборатории, где проводится доследование продукции. На сегодня населению намного проще сдать нам продукцию и то же самое яблоко, потому что не нужны им где-то проходить и платить за проведение анализов. Мы производим это все бесплатно. На территории в области зараз денежуть амаль 160 приемозаготовших пунктов, у тым лику 25 пересовных. Реализуются продукции и про сельские магазины, яких наличивается каля 1600. До речи, там можно отримать подробязную информацию об ценах. А кроме этого, можно звернуться по телефону у райспожилсоюзы по месту жихарства. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».